трели птиц или рев гуара. А мы неспешно едем со спящей Маськой по гравию. Не знаю, что уже лучше, таскать его на себе, фотоаппарат. Или ну, вот так вот потихонечку ехать. Сейчас проснется, посмотрю. Написано, что эти дома были системой ванных комнат, даже с подогревом камней. Пошли вниз. Маська. Маська тут плавает в камнях. Вот так вот. Купаться нет, здесь нельзя. А мы все идем вниз и даже не представляли, как он подниматься с коляской. Картинки тут, конечно, потрясающие. Джунгли. Маська на подвесном мосту. Давай, мой сладкий паучок. И еще 1000 ступеней наверх, и все, мы будем на месте. Давай, мой хороший. Давай, давай, молодец. Потрясающе. Молодец! Ты посмотри, как тут красиво! Малыш играет. Ему надоело со мной шататься по руинам. И он тусит с другими детишками. Так и живем. В горах. О, как здорово. Прохладно, поленки. Хорошо. Наконец-то мы добрались до Сан-Кристобаля. И вот первым делом ням-ням. Ням-ням. Ням. Да. Пойдем в церковь зайдем и дальше. Идем по красивым улочкам моего любимого Сан-Кристобаля, где полно индейцев всех мастей народов, и заглядываем на всякие интересные местечки. Например, сюда неожиданно. Чепка. Пошли, малыш.
Пошли. Сейчас я спешу на какую-то высокую точку города. О, ну хоть какую-то. Посмотрите. Как резиденты заката. Солнце еще дарит нам свои лучи. Успеть посмотреть на вот эту красивенную церковь. Успеть все. И вон на ту красивенную церковь. Тут полно красивенных церквей. Разных стилей архитектурных. И очень жалко, что мы тут всего два дня. Два полных, неполных дня. Две ночи. Но зато нам подтвердили наш вылет в Коста-Рику. Конечно же, здесь надо провести больше времени. И сосны, ребята. Здесь есть сосны. Посмотрите. Ступеньки. Иглесиас де Кармен. Я совсем не успела к закату. Совсем чуть-чуть не успела. Но тем не менее, что-то нужно увидеть.